С 30 сентября по 2 октября в Бендерах состоялся молодежный фестиваль «Ветер перемен». В программе были заявлены выступления рок-коллективов из Тирасполя, Кишинева, Рыбницы и Бендер, а также творческих групп разного жанра. Вообще сегодня ожидается рок-исполнитель. В принципе, концертов проводится очень мало, поэтому я и пришел, чтобы именно посмотреть на живые выступления. Фестиваль организован бендерским байкерским клубом «Heart of Steel». Прежде всего, это праздник для города, праздник для молодежи. Мы хотели его сделать давно, у нас получилось. Мы очень рады, что люди приходят. Это оценка нашему труду, нашему старанию. А также показать, что байкеры, они же все-таки неплохие ребята. Они не бандиты, как многие думают, как у многих сложилось вот такое вот мнение. Хорошие, толковые ребята достигают своих целей, причем цели достигают положительные. А как вы считаете, нужны ли городу подобные мероприятия? Я считаю, что очень нужны. И для привлечения молодежи, потому что молодежь в наше время очень мало занята чем-то полезным и хорошим. Все прекрасно знают, чем занята молодежь в наше время по вечерам. Акробаты, богатыри-гиревики, жонглеры, гимнасты и танцоры разных направлений, хип-хоп и рэп-исполнители заполнили программу феста. Знай, что ненавижу, откровенно прощай, знай, что нет тебя в моей вселенной. Живи, как знаешь, лишним вопросом здесь не место. И эта песня описана себе в отместе. Также фестиваль посетил председатель Верховного Совета Приднестровья Анатолий Каминский, прокатившись на одном из байков. Смотрите подробности в специальном репортаже. Елена Цветкова, Александр Никифоров, Днестр ТВ.